Ильдар Григорьевна. Ильдар Григорьевна. Лирическая жизнеутверждающая нота, конкурс «Старая песня о главном». Сейчас мы вам раздадим листочки с одной знаменитой песней, песней, ну, всех времен уже, наверное, ставшей мировой классикой. Ваша задача – это еще и конкурс на ваше лингвистическое и переводческое прогнозирование. Там, где есть нижнее подчеркивание, как правило, в конце, то есть почти везде в конце строчки, только в одном месте посерединке, нужно спрогнозировать конец строчки, то есть заполнить так, чтобы песня у вас звучала уже полностью. Понятно? То есть вам нужно заполнить пробелы, хвостики в песне, и через 3 минуты мы собираем у вас листочки уже с полной версией песни. Я на всякий случай вам раздам по 2 листочка, чтобы вы один оставили у себя, чтобы потом сравнили, потому что потом текст песни будет полный на экране, и мы поставим запись, и, может быть, кто-нибудь еще и подпоет. Единственное, я хотела заметить, что не обязательно делать текст старым сленгом, если вы хотите сделать свою альтернативную версию, это очень приветствуется. То есть задача не на то, чтобы восстановить текст, а на то, чтобы, в принципе, придумать текст, если что, какой-нибудь. Так, и сразу говорю, телефонами не пользоваться. Это не для задания, а чтобы вы попридумывали текст.